группы из 83 одинцовских школьников в возрасте от 7 до 15 лет приехала в детский лагерь «Алмаз», расположенный в городе Руза. Это ребята из многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренные дети. Их ждет насыщенная событиями смена, новые впечатления и положительные эмоции. Желаем ребятам хорошего отдыха.